Проблемы с финансированием баскетбольного клуба «Атом» возникли еще год назад. В середине сезона 2018-2019 команда оказалась без денег. Тогда депутаты несколько месяцев обсуждали вопрос о выделении субсидий спортивным клубам города. Баскетболисты решили не прерывать сезон, и 4 месяца они оплачивали поездки на соревнования из личных средств, надеясь, что потом им возместят все расходы, но получили отказ. Долг первого квартала нужно закрывать привлеченными средствами. Никакого другого механизма закрытия долга первого квартала, ну, его нет и быть, собственно, не может. Это только привлеченные средства. Как пояснили представители администрации, они предлагали баскетбольному клубу несколько вариантов решения финансового вопроса. Участие в конкурсе грантов и поиск меценатов. Вот вопрос о поддержке команд. Должны включаться все структуры, все ветви власти. Если им нужна команда, если им нужно развитие того или иного вида спорта, нашему городу в частности, да, или области, например, естественно, в этот процесс должны включаться все. В подобной ситуации оказался не только баскетбольный клуб, но и саровские футболисты и хоккеисты. Всем им теперь нужно искать спонсоров, чтобы защищать честь Сарова на соревнованиях различного уровня. Городские власти в этом случае только разводят руками и предлагают спортсменам самим решать проблемы финансирования. Елена Грицкова, Евгений Жусов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.